яйцо зебры. И еще там яйцо зебры. Яйцо. Я забыла яйцо. Угу. Ой, давай будем открывать его, Иришка, да? Надо крепить. Угу. Ой, я нашел выход. Ой, нашел. Тимаша, клей. Клей. Тут разобра. Прикольно. Папа, какой это хищный и интересный. Угадай, смотрим карточку. Какой-то попадется у нас, наверное. Показай, то это не осталось. Это черепашка, Арина. Первая ножка, видишь, есть. Да. Какая-то непонятная длинная шея. Вторая ножка. Это длинная шея. Да. Так, еще дальше смотрим. Го, видишь? Длинная шея. Получилась такая черепашка. Покажи ее ручкой. Черепашка. Покрути. Она так ходит. Давай покажу тебе, как она ходит. Смотри. Нет, нет, на ты. Она так тварит. Она так тварит. Вот так она. Вот так. Угу. Вот так тварит. Давай открывать следующее яичко. Да. Давай, какое? Вот это. Давай. Вот такой у нас попадется. Угу. И значит, мы открываем начало тут. У нас попадется самый такой. Я тебе говорю, тут попадется самый такой. У нас попался длинная шея. Длинная такая, длинная шея. Что там у тебя попалось, покажи. Наверное, медведь. Я еще не открываю. Показывай, какая коробка? Я думаю, тебе слоник попался. Угой. Давай, открывай коробочку. О, на озере еще можно. Глазками и глазками и очи и хобот и животик и попа. До свидания.